Здравствуйте, дорогие друзья мои, уважаемые зрители. Рада всех приветствовать на нашем с вами канале, на канале Придумала Лайф, все о жизни Венеции. Это я вам показываю, сейчас надо мне как-то их положить. Да, сегодня вы вместе со мной приехали на фабрику керамики. Помните, я вам показывала и говорила, Made in Italy, видите, да? Я вам говорила, что уже мастера, а последние мастера как бы отживают уже 70 там, лет, 70 плюс. Вот, и они уже будут закрывать эти фабрики, керамику невыгодно, продают папье-маше, которые можно делать прямо в магазине в Венеции. Керамика обходится очень дорого, потому что электричество, все очень дорого, да? И вот мастера уже, как бы их дети не хотят этим заниматься. Это Бэппи мне подарил, я еще не успела зайти. Мы приехали, Мауро говорит, Джанас, я плохо чувствую. Это он вышел ко мне поприветствовать, Бэппи, сейчас вы его увидите, хозяина фабрики. Вот, вышел поприветствовать. Я говорю, Бэппи, как ты? Потому что ты каждый день ходишь в госпиталь на всякие процедуры. Вот, я говорю, я такое дело. Меня укачало очень что-то плохо, укачало меня. Потому что Мауро был за рулем, а я не могу сидеть сбоку. Вот, и Бэппи мне дает, говорит, хочешь, как хочешь, так себе раскрась. Вот такое солнышко мне дал, он говорит, ты солнышко. Он не первый мне говорит, что я солнышко. Но я не хочу, чтобы мне такое лицо было круглое, оно мне уже круглое, какое-то солнышко. Но это солнышко, кстати, на Бэппи похоже, сейчас вам его покажу. Конечно, везде пыль, слушайте, но это же еще недоделанные подсвечники. И везде пыль, надо еще подсвечника. Но я у него не просила, он сам не подарил, кстати. Я в черном пиджаке, сейчас буду вся в пыли. Вот этот цветочек, подсвечник тоже классный, да? Он говорит, бери себе разукрасывай. Наверное, возьму и этот. Ну, идем, а то они уже меня зовут, а я еще с вами играюсь. Ну, не с вами, сама собой, да. Рабочая обстановка. Потом вы это блюдо покупаете, да, в зеленом цвете. Это как капуста, наверное. А, нет, это свекла, наверное, листики свеклы, да? Хочу поснимать немного. А это, наверное, для торшера. Что это за маска лежит? А, это папье-маше. Кто-то, наверное, привез. Блюдечко. Мы были, помните, я уже вас сюда привозила где-то год назад, наверное. А это моя идея. Я говорю, Бэппи болеет. И я говорю, Мавро, ну давай сами поедем за этими масками. Вот так. Так что это моя идея была приехать сегодня. Ведь это все будет потом разукрасываться. Господи, не могу выговорить. Я реально чувствую себя плохо. Но думаю, Жанна, смотри, какие руки. Думаю, Жанна, все равно хочу войти, хочу это все. Ну, что творится? Вот такое творится. Где рабочие? Я вам объясняю, сегодня выходной день. Рабочих нет. Это Бэби. Бэби. Он же ж хозяин, то он с нами вышел. Чемпионе. А, более продаваемые, значит. Угу. В таких вот разрисованных. Так разрисованы с пионами. Всего по чуть-чуть вам так хватаю. И там чуть-чуть, и там чуть-чуть. Мауро в основном вот такое солнышко мне подарил. Мауро в основном берет вот такие же масочки, вы видели, да? И цветные, говорит, продаются хорошо. Вот такое солнышко мне подарил. А уже Жанна будет раскрасывать сама. Разукрашу, как захочу, или оставлю. Но вот тут оно покрыто чем-то. Вот надо спросить, чем это он покрыл. И такую он мне тоже подарил. Наверное, Юльке подарю, пусть разукрасывает сама. А и этого кота. Угу. И этого котика. Ты без блеска. Это тоже, это все процесс рабочий. А, это Мауро мне показывает, как эти штампы все для маски. Видите, как они делают? Угу. Угу. И чем из ура? Руссо. Руссо. Си. Капито тут? Но, че пароли угвали? Кузи-кузи симили пароли. Так, Бэппи, я вам рассказывала. Вот это хозяин, вот это капа. Квеста тут.
Они сейчас продают все, все продают, фабрику закрывают, все продают. И это все штампы, штампы, штампы на эти все маски. Вот. То мне еще кучу всего понадавал, оказывается. Говорит, бери себе, рисуй себе. Надо только спросить, какими красками. Сказал, чтобы я брала краски, акрил. Акрил. Я его спрашиваю, чем покрывать, какие краски. Смотрите, что творится. Он говорит, акрилико, акрилико. Вот это все штампы. Все квесту соло гранде. Сай коза дико? Квесту соло, кето ми регалато, и я дико. Музо симеле, кове бепи. Дем. Боже, как хорошо, что я Маура дала такую идею приехать. Реально они все выбрасывают. Смотрите, выбрасывают все. А перке квест вот тут закрывается и все вот так вот выбрасывает, я не могу понять. Мила уже Бепи все рассказал. Просто уже через месяц, полтора месяца должно быть все свободно. Здесь они все уже распродают и выбрасывают, и распродают. Потому что уже купили эту ихнюю фабрику. Их фабрику покупают, и он уже идет на пенсию. А кто покупает и что делать, я еще не спросила. Вот это Маура будет забирать. Это они уже обработаны и просто сохнут. Мне вот эти три понравились. Я не знаю, это вазы? А какие это вазы? Вот эти три. Они большие. Я бы их так три вместе и поставила. Какой-то уголок. Но оно все в пыли. Мне неудобно ему говорить, что дай мне это еще. Он сам дает, что хочет, а мне неудобно просить. Они большие, они прикольно будут смотреться в интерьере. Их сделать так под... Я себе представляю, как их можно разукрасить. Казанова заберу. О, тоже Казанова. А где горбинка? Горбик, горбик на носу должен быть. Это венецианский нос с горбинкой. Маура тоже с горбинкой. И его сестры тоже. И Беатриче. Беатриче сделала пластику. Вот тоже их носы. Казанова. Я уже дома, друзья, разбираю свои подарки. Вот это Порта Фортуна. Я даже не знала, что вот эта маска значит финансовый успех. Это маска на деньги у них считается. Никогда не видела, не обращала внимания. Вот. Мне понравилось. Я даже не видела, что там деньги. Он говорит, сольди, 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 бепе, бепе. Я просто взяла, думаю, какая-то такая интересная, и лицо мне такое красивое, и нос, и губы, какое-то личико такое тоненькое, изящное. Он говорит, можно купить? Он говорит, нет, нет, бери так. Ну, правда, мы потом сходили на обед, и я говорю, Маура, иди рассчитайся. То Маура рассчитался. Джузеппе, Пепе нас отвез куда? Ему нравится, где он обедает, заказал столик. Получилось очень даже... А цены такие смешные, мы были удивлены. Не венецианские цены. И это 80, как выяснилось, 89 километров от Венеции. Так что ищу место, где бы его, где бы эту масочку, ну, как бы, не хочу сказать, прицепить. Притулить, прицепить, найти их просто хорошее место. Думаю, что это где-то в коридоре при входе, правда? Ну, это же не в спальню, не в зал и не в кухню. Ну, где-то, думаю, при входе надо будет ее. Да, вот тут, может быть, приспособить. Все, всем хорошего дня, хорошего настроения. Спасибо, что вы со мной. И чередямо престо. Увидимся скоро.